Всем привет, с вами Моргеймс, и сегодня я расскажу, как можно заработать на новой операции в CSGO. Для этого я потратил свои кровные 318 рублей, и в первый же день я вернул больше половины стоимости этой самой операции. Сыграв первую же игру, мне выпал кейс, стоящий чуть более 200 рублей. Я, конечно же, сразу же его на радостях и продал. Выполнив пару миссий, мне выпали Dual Berries из коллекции Cobblestone, которые стоили 10 рублей. Но все равно, конечно, мало, но неплохо. В этих операциях задействована коллекция Cobblestone, а это значит, что есть маленький шанс, что выпалит АВП Dragon Lore, стоящий более 50 тысяч рублей. Конечно, шанс очень маленький, но все-таки кому-то АВП этот падает. Так что пока есть такая возможность, я советую вам продать пару вещей из своего инвентаря и купить пропуск на новую операцию. За пару сыгранных игр вы можете вернуть полную стоимость этого пропуска, да плюс еще и навариться вдобавок. Так что пока есть такая возможность, наваривайтесь, зарабатывайте и наслаждайтесь игрой. Да че ты их там всех наебываешь? Сейчас батя покажет, как надо зарабатывать. Если понравился выпуск, не забудь подписаться на наш канал, а также поставить лайк под этим видео. И я также предлагаю вам посмотреть предыдущие ролики на нашем канале. А с вами был Моргеймс, до скорых встреч!